Добро пожаловать в церковь «Новое начало». Я очень рад, что ты присоединился к нам, и вместе с нами ты будешь славить Бога, молиться. Я хочу немножко рассказать о тех возможностях, которые есть на этой платформе. Первая вещь – это вот прямо внизу, под этим видео, есть графа, в которой ты можешь написать свою нужду, и мы будем молиться за тебя. Следующее – с этой стороны ты можешь увидеть, что там есть чат, там есть возможность посмотреть конспект проповеди, поэтому присоединяйся к нам и пользуйся всем тем, что у нас есть. Мы хотим служить тебе, хотим, чтобы ты был вместе с нами. Пусть Бог благословит тебя. Пред тобой.
тебе, дорогой друг. Очень рад тебя приветствовать сегодня вновь. Классно то, что ты присоединился. Ты знаешь, я проповедую о том, как построить сегодня дом. То есть судьбу, жизнь, бизнес, служение. Ту тему, которую я хочу сегодня с тобой поделиться, я верю и знаю, что будет огромным благословением для тебя. На примере Неемии мы видим, что Бог показал нам план, как из праха, пепла можно восстановить город, храм и построить что-то большое, хорошее во славу Господа. Поэтому, чтоб ты сегодня не строил служение новое, хочешь начать семью, бизнес, с чего все начинать? Вот Неемия или Бог через Неемию нам конкретно показывает, где нужно сделать первый шаг, второй, третий и так далее. Поэтому присоединяйся, я верю в то, что ты будешь благословен через это слово. И сегодня я хочу проповедовать на тему восстановления стен, восстановления людей. And today I'm going to preach about restoration of walls and restoration of people. И кроме того, мы проповедуем о строительстве дома. And more than that, we're preaching about building a wall, a house. Чтобы дом устоял и был крепкий. So that the house would stand and be strong. И Неемия он тоже строил. And Nehemiah also was building. Поэтому все мы строим. And that's why all of us are building. Кроме того, эта проповедь будет касаться не только нашей церкви. And more than that, the sermon is not going to touch just our church in general. Это будет касаться тебя лично. It's going to speak to you personally. Твоей семьи. Going to touch your family. Может быть, твоего бизнеса. Maybe your business. Может быть, твоего здоровья. Maybe your health. Что тебе сделать, чтобы из праха поднять нацию, поднять здание и поднять народ? What do you need to do in order from dust so that you would raise up a generation and raise up people? 120 лет Израиль был полностью в запущении разрушения. And 120 years Israel was in destruction. Они были в кризисе. They were in a crisis. Они сидели, вот говорили, вот все, ничего нет. And they were looking at everything and saying, we don't have nothing. У нас был храм. We had a temple. Ну уже ничего нет. But now there isn't anything. У нас была нация. We had a nation. Уже ничего нет. And now we got nothing. С чего начинать? What are we supposed to start from? В рабстве. We are in slavery. И Бог через Неемию конкретно сказал им, с чего начинать, чтобы построить великую, замечательную нацию. And through Nehemiah, God spoke to him how they could build a great nation. И я верю в то, что Бог сегодня проговорит тебе, как тебе с твоего разрушения или с совершенно с нового старта начать что-то великое, что принесет много славы Богу. And I believe that God could speak to you that through your destruction or whatever you're doing, maybe from beginning to start something powerful and great. Итак, первое. Неемия в первой главе, в четвертом стихом написано. In first chapter it says. Услышав эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней. Постился и молился перед Богом Небесным. Вот что сделал Неемия. This is what Nehemiah did. Он сказал, окей. He said, okay. С чего все начинать? Where should I start from? Молитва, как он говорит, плач. И он молился несколько дней, день и ночь. He was praying and he was crying day and night. И там дальше в шестом стихе написано, я исповедовал грехи свои. And in the sixth verse he says, I have spoke my sins. Говорит, за весь Израиль я исповедался. I've been praying for all Israel. Говорит, с чего начал он с конкретной, четкой молитвы. And he started from what? From a prayer. И здесь мысль для всех нас. And here's a thought for all of us. Любое строительство любого дела должно начинаться с такой молитвы. Any kind of building has to start with a similar prayer. Если ты молишься за семью, if you're praying for your family, бизнес, что угодно, and whatever it is, серьезной молитвы, start earnestly praying. Во время молитвы что происходит? What happens during a prayer?
У нас есть много с вами идей разных. We have so many ideas in our heads. Разных мыслей. We have so many thoughts. И оттуда, и оттуда. And from there, and from there. И вот это давай сделаем. And let's do this. И может мне вот тут нужно сделать. Oh, maybe we should do this. И может мне нужно так поговорить. Maybe we should talk like this. А может мне нужно с этим человеком встретиться. Maybe I need to get together with that guy. А может мне нужно тому что-то сказать. Maybe I need to tell him something. А может тому написать. Or I need to write to that guy. И всего столько много. And he got so many things going on. Ну, по крайней мере, у меня так. But that's how I feel like. Или у кого-то еще так. Anyone else? Да. Yes. И ты не поймешь, с чего нужно начинать. And you wouldn't know what to start with. И вот Неемию Бог сказал, вот эти все идеи твои, to Nehemiah, поставь на паузу. God told him, all those ideas, put it all on a pause. И начни молиться. And start praying. И те откровения, которые я тебе даю, или тот голос, который я посылаю, ты начнешь четко слышать, когда ты начнешь молиться. And those ideas, those revelations that I show, you're going to pray clearly, you're going to see clearly how to act and how to pray. Потому что столько много голосов. Because there are so many voices. Но когда ты начинаешь молиться, то мой голос, он становится громче, громче, громче внутри тебя, ты его слышишь. Because when you start praying, you got so many voices, but then you hear God's voice and gets louder and louder. Все остальные суетные вещи, они как бы тише, тише и уходят. All of the other voices, they kind of disappear, fade away. И в какой-то момент ты понимаешь, вот что мне надо делать. And at one point you realize, oh, that's what I need to do. Это номер два, номер один, это номер два. Вот это дальше буду делать. And that's number, this is number one, this is number two. That's what I'm going to do next. То есть в молитве, в присутствии Господнем, все становится на свои места. In the presence of God, everything goes back to in order. Дух Святой начинает работать с нами. Holy Spirit starts to work with us. Двери духовные открываются. Spiritual doors are opened. Ангелов посылает Господь. God sends his angels. Потому что он посылает, как мы говорим, только тогда, когда церковь прилежно. And he sends when the church earnestly seeks him. То есть начинается реальная работа вокруг нас. There is real work around us. И сегодня у нас следующий шаг. And today we have a next step. Что сделал Неемия потом? What did Nehemiah do next? Во второй главе, 17 стихом написано. In second chapter 17 it reads. Или даже 18. Or 18. Написано, и я, Неемия, рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И они сказали, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Вот что произошло с ним. Он поговорил с царем. Nehemiah, this is what he did. He talked to the king. И царь ему сказал что-то. And the king told him something. Он потом пришел к людям. And he came, did he come back to the people? Вот это сказал царь. This is what the king said. Все люди услышали. The, all the people heard him. И они сказали, все, будем строить. And they've said, that's it, we're going to start to build. И потом укрепились руки. And their hands got straightened. На благое дело. For a good deed. И вторая мысль, что сделали они. And the second thing that they did. Они приняли решение. They have received. Or, no, make a decision. They made a decision. Они приняли решение. They made a decision. Мы принимаем с вами решение. We are making a decision together. Теперь мы идем туда. Today we, right now we are going there. И как он сказал, они все приняли решение and like they did, и сказали, все, мы будем строить. They made a decision and they said, that's it, we're going to start building. После того, когда мы все молимся в любом вопросе, семье, бизнес и так далее, приходит момент, когда нужно принимать решение. When we pray and we, with our family or by ourselves, there comes a time when we need to make a decision. И принимать решение – это нелегкое дело. And to make a decision is not a simple thing. Почему? Why? Потому что ты принимаешь решение иногда за себя, иногда за семью, а иногда за целый бизнес, иногда за целый, может быть, народ или пару сотен человек. Sometimes you make a decision for yourself, and then you make decisions for your family or even for a business.
Некоторые боятся принимать решения. And some of the people are scared to make decisions. Они говорят, я слышу, вот нужно начинать вот этот бизнес. They're saying, oh, I'm thinking, or I hear that I need to start this business. Или один молодой человек, которому уже по 30 лет, говорит, слушай, ну мне нравится девчонка, но не знаю, как сделать ей предложение. But there's a guy who's 30 years old. Man, I like this girl, but I have no idea how to, you know, ask her to marry me. А я говорю, если ты еще 5 лет подождешь, то вообще не сможешь принять решение. And I tell him, if you wait another 5 years, then you'll never make that decision. Потому что я знаю пару человек, которые ждали, ждали уже 50 и до сих пор не приняли именно такого простого решения. I know people that are waited and now they're 50 and they haven't made a decision. Вы знаете, принятие решения это в какой-то мере шаг веры или какой-то риск. In order to make a decision, it's a step of faith or it's a risk. Я вам хочу сказать, мы все живем по вере с каким-то риском в жизни. We live by faith and we live with some risk in life. Правда? Right? Ну, например, кто из вас уверен, что вы домой доедете без проблем? Who among us is ready knows for sure that they're going to make it home without any problems? Пару смелых человек сказали, что уверены. Couple people, they're sure. Но мы ж не знаем. But we don't know. Правильно. Но я знаю, что вы доедете без проблем. I'm sure you will. Но мы все равно сядем и поедем. Но мы не знаем, что нас ждет за поворотом. We're going to get in our cars and we're going to go, but we do not know what's around the corner. Ничего, мы принимаем ответственность, мы принимаем, берем на себя ответственность, и мы едем вперед. But yes, but yet we take that responsibility, we sit in our car and we go forward. Нужно быть сильным человеком, чтобы уметь принимать решения, брать на себя ответственность и воплощать то, что ты поставил перед собой. You need to be a strong person in order to make decisions and transform them into life, whatever you put in front of you. Слава нашему Господу. Praise be to our God. Смотрите, что сделал Неемия дальше. And look what Nehemiah did next. Когда они приняли решение, все, мы строим. When they made a decision, that's right, we're мы building. Мы одна команда, мы строим. We are one team, we are building. А в третьей главе, вся третья глава написано, что они сделали. And the next third chapter, it's written, writes whatever. Он сказал, одно семейство взяло один кусок стены. It talks about one family started building on one part of the wall. Следующее семейство, следующий кусок стены. Part of the family started one part, another part of the wall. И следующий еще строить. Another family started the next. Если вы сейчас поедете в Израиль, вы увидите, эта стена до сих пор там стоит. If you go to Israel today, you will see that those walls still exist. И там прям видно секции, которые строили разные строители. And you could tell the sections of how every family was building it. Одни так ровненько, такие каменщики, такие ровненькие линии, все красиво было построено. One part of the wall is really straight and looks really good. Второй кусок стены был уже не такой ровный, где-то уже линии гуляли немного. And the next part of the wall is the lines are not that straight. Да и стена, похоже, немножко, может быть, тоже подгуляла. And the wall started, you know, waving a little. Наверное, какие-то левиты или музыканты строили вот эту стену. More than likely it was Levites or musicians were building. Потому что каменщики, они, знаете, они ровненько делают. You mean construction guys, they do it perfect. А, наверное, какие-то проповедники, то вообще непонятно, что там слепили. And man, you should see what the preachers did on that wall. А переводчики, то вообще, ну, короче говоря, суть в том, что все нормально. Стена до сих пор стоит. Интересно, что в 20 стихе написано интересная фраза. In the 20th verse, it has a very important phrase. За ним ревностно чинил Варух, сын Заввая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшифа, великого священника. И вот здесь такая мысль. За ним ревностно чинил. Behind him zealously was building. То есть кто-то строил, как получалось. Some of them were building as if building. А кто-то очень ревностно строил. But some of them were building zealously. Кто строит ревностно, Бог всегда это отмечает. Whoever is zealous, God always points that out. Бог всегда говорит, кто будет любить меня от всего сердца, God от всех сил. That whoever is going to love me from the bottom of their heart, from all their strength, такое надо служение. That is the kind of minister I need. Бог всегда почитает такое. God always respects that. Amen. И я знаю, что здесь много людей, которые ревностно готовы служить Господу. And I believe that there are so many people here that are zealously ready to serve God.
И все ревностные сказали And all Amen. The zealous people said, Amen. После того, как Неемия провел достаточно времени в молитве, Бог говорил с ним, Бог говорил в его разум, чувства. После этого они приняли решение своей командой, своими людьми, что нужно идти и строить храм и город. Но есть еще две вещи, которые необходимо было для того, чтобы закончить этот проект. Поэтому в любом деле, чтобы осуществить то, что Бог положил нам на сердце, нужны еще две вещи, о которых я буду прямо сейчас говорить. Ты готов? Присоединяйся, продолжай быть со мною. Поехали дальше. Смотрите, то же самое происходит в семье. And that's exactly what happens in family. Чтобы сильная семья была, нужно каждый, чтобы знал свою обязанность. For the strong family to be strong, everybody needs to know what they're doing. Бог сказал конкретно через апостола Павла, что должен делать муж, что должна делать жена. God said through apostle Paul what a husband's supposed to do and what the wife's supposed to do. Кто что должны делать дети? And what the kids are supposed to do. То есть каждый, когда в семье занимает свою роль, тогда сильная семья. And if everybody takes their position in the family, then there is a strong family. Если Бог сказал мужу, ты должен быть священником в семье. If God said to the husband, you need to be the priest in the family. Это значит, что муж, он должен быть священником. It means that a husband needs to be a priest. То есть он должен собирать все свое семейство he для молитвы каждый вечер. He needs to gather his family for a prayer every single night. Молиться за детей. He needs to pray for his kids. Ходатайствовать перед Богом. And pray before God. Готов умереть за свою супругу. Be ready to die for his wife. Как Христос умер за нас. Exactly how God died for us. Жене четко сказано, жена, а ты повинуйся своему мужу. And it says clearly to the wife that she needs to be obedient to the husband. Почитай своего мужа. Respect the husband. Не жди, пока он заслужит доверие. Уже сейчас его почитай. Start honoring him now. И все жены сказали. And all the women said, Really quiet Помоги out вам, there. Господь. May God help all those husbands. Таких уважать, как мы. To honor us. Почему? Потому что мы несовершенные. Why? Because we're not perfect. И все братья сказали? And all the men said. Вот так тут. А, ну а Сергей один совершенный. Ну слава Господу. Хоть кто-то есть совершенный. Смотрите, то же самое в бизнесе. Если мы хотим построить бизнес успешный, каждый человек должен знать, кто за что ответственный. Same thing in the business. Every single person needs to know what is the responsibility. Точно так в теле Иисуса Христа Он сказал, это тело мое. Same thing in the body of Christ. He said, this is my body. И каждый орган тела, он знает, что он делает. And every single organ knows what he's responsible. Сердце качает кровь. The heart just pumping the blood. Pumping the blood. Он не переваривает пищу, а качает кровь. It doesn't eat the food. Digest the food. А наш желудок, он переваривает пищу. Our stomach digests the food. Поэтому вот что нам нужно сделать. And that's why we need to do. Каждый должен знать, что он делает в церкви Господней. Every single one of us needs to know what's he doing in the body of Christ. Это совершенно новое время для нас. It is absolutely a new time for us. Евреи тогда они собрались и сказали, мы будем строить. The Israelites, they gathered together and they said, we're going to start to build. Мы не просто будем наслаждаться присутствием Господним. We're not just going to rejoice in the presence of God. Не просто будем под открытым небом, мы построим храм. We're not мы построим стены. Under the open heavens, but we're going to build a temple, build that walls. Мы принесем золото, мы принесем серебро, чтобы сделать все красиво и правильно. We're going to bring that gold and silver so that it is proper and good. Я назвал эту проповедь «Восстановление стен, восстановление людей». I have named this sermon «Restoration of walls and restoration of families, people». Почему я так назвал? And why did I name it that way? Знаете, когда люди восстанавливают что-то, And when people restore something, они восстанавливают себя.
They're restoring themselves. Когда они строят что-то, when they're building something, они строят себя. They're building themselves. Когда они работают над чем-то, when they're working on something, они становятся сильнее. They become stronger. Сегодня нельзя сделать мощную, сильную нацию без восстановительного процесса. You cannot build a strong nation without a restorational process. Сегодня невозможно взять нацию, ввести в хороший город и сказать: «Живите, вот вам город построенный». You cannot just take a nation and put them in a great city. Here, you got a great city here. Статистика говорит, эти люди, они развалят этот город сразу. Statistics says that those people that were put in that city are going to destroy that city. Те люди, которые выиграли миллион, это было им негативно послужило. And people that won that million dollars, it was a negative thing in their life. Потому что они не умеют распоряжаться этими вещами. Because they do not know how to use that million dollars. Сегодня нация, которая отстраивает свой город, a nation that builds their city, вот те сегодня умеют распоряжаться этим городом. They know how to use that city. Сегодня та церковь, которая научилась сплочаться и сказать: «Все, мы будем строить». If a church learned how to get together and say, that's it, we're going to build. Тогда такая церковь может построить и преодолеть любого врага. That is the church that can build any building and win any enemy. В частности, у нас один враг. Это сатана и нечистые духи. We have one enemy. It's the devil and his angels. И знаете, как нечистые духи или вот этот враг может быть побежден? And you know how the evil spirits and that enemy could be overcome? Когда мы просто сидим и наслаждаемся присутствием Господним? When we just sit and rejoice in the presence of God? Когда мы говорим: нет, мы будем строить. Мы будем строить стену. Мы будем строить город. Мы будем строить то, что Господь нам сказал построить. No, it's only when we say we're going to build. We're going to build that house. We are going to build those walls. И тогда люди становятся сильными внутри. And that's when the people get stronger on the inside. И тогда они могут совершенно по-другому общаться с врагом. And they can honestly deal with their enemy completely different way. Amen. Amen. И четвертое, что сделал Неемия. Number four, what Nehemiah did. Это то, что вокруг было очень много критиков. And around him there was so much criticism. И в четвертой главе там написано, что когда услышал Санавалат, он рассердился, разгневался и говорил: что там эти евреи делают? In the fourth chapter, when Sanballat heard and said, what are these Jews doing? Сейчас лиса пройдет и все развалится. That fox will walk by and everything will fall apart. Я хочу вам сказать, если вы до сих пор не слышали, вы обязательно услышите критику. If you haven't heard it yet, you're gonna hear it sooner or later. Всегда люди будут критиковать тех людей, которые что-то делают. Someone will always criticize someone who is doing something. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Who knows what I'm talking about? Когда ты что-то делаешь, всегда будут критики. When you're doing something, there will always be criticism. Всегда будут критики. There will always be criticism. Кто-то скажет: ну, что там этот Андрей делает? What is that Andrew doing? Что этот Василий там делает? What is that Vasily doing? Ой, а что там будет у них дальше в церкви? Oh, what's gonna happen in their church? Ой, а что там будет у Петра там в семье? Oh, what's gonna happen in that Peter's family? О, а что там у того будет в жизни? Oh, what is gonna happen in his life? Если ты получаешь слово от Господа, if you receive a word of God, если ты решил что-то строить, if you've decided to build, и Господь something, направляет тебя, and God is pointing, не обращай внимания на критика. Don't mind the criticism. Потому что всегда будут критики. Because there will always be criticism. Всегда будут критики. There will always be criticism. Но мы знаем, к чему нас призывает Господь. Amen. We know how, what God has. И мы идем вперед. And we're going forward. И мы видим изменения в жизни нашей. And we see change in our lives. И видим открытые двери. We see the open doors. И видим семьи, которые укрепляются. We see families и видим that are семьи, stronger, которые восстанавливаются. And we see the families и видим that are наших getting детей, restored, которые получают крещение Духом Святым. And we see our kids that are being и мы baptized видим людей, in the Holy которые Spirit, получают исцеление. And we see people that are healed. Поэтому мы двигаемся вперед. That's why we're moving forward. И будем видеть еще больше и лучшие времена с Господом. And then we're going to see even greater and better things with Amen. Our God. Прославьте Господа. Praise прославьте him. Господа. Прославьте Господа. И последний мой пункт проповеди. And my last point.
то, что было 120 лет в запустении. The thing that was corrupted or destroyed for 120 years. За 52 дня было восстановлено. In 52 days it was restored. Представьте, всего лишь 52 дня. Imagine just 52 days. Сегодня у нас 3 августа. Today we have August 3rd. Через 52 дня это где-то будет конец сентября. In 52 days it's going to be the end of September. В конце сентября может быть прекрасные стены. In the end of September we're going to have great walls. Прекрасный храм. A great temple. И слава Господня будет посещать этот храм. And the glory of God will И Господь будет приходить. And God will enter it. Потому что каждый из нас. Because every single one of us. Прежде всего мы принимаем решение. First of all, we're making a decision. Мы идем вместе. We are going together. Потому что мы семья. Because we are a family. Мы одна церковь. We are one church. Мы одна семья. We are one family. Следующее это то, что мы все будем восстанавливать каждый кусок стены. And next thing is that we are all going to be restoring that part of the wall. Если где-то мы будем слышать какую-то критику, and if we're going to hear any criticism, мы помним, что караван идет вперед. We know that the caravan is moving forward. И мы идем за Господом. And we're following God. И Господь будет с нами. And God is going to be with us. Потому что мы надеемся на Него. Because we rely on Him. Дорогой друг, хочу обратиться к тебе лично. Я не знаю, где ты находишься, в какой комнате ты сидишь, возле какого компьютера или телефона. Но знаю точно, что Бог знает твою жизнь. Он знает, через что ты проходишь, что у тебя в душе творится. Может, у тебя есть сложности в семье, в бизнесе, со здоровьем. Бог знает абсолютно все. Он даже знает, как тебе помочь. Сегодня Он готов тебе помочь. И Он поможет тебе. Что тебе нужно сегодня сделать? Это просто открыться для Него вот в простой, обычной молитве. Там, где ты находишься сейчас. Просто обратись к Богу, скажи: «Бог, вот он я, вот моя жизнь, я нуждаюсь в Тебе. Я готов помолиться этой молитвой вместе с тобой». Если ты нуждаешься в Господе, если ты хочешь пригласить Его в свою жизнь, если ты хочешь покаяться в своих грехах и сказать: «Господь, с этого дня я хочу построить свою жизнь на Тебе, на Твоем правильном фундаменте и основании», ты это можешь сделать прямо сейчас. Как ты это можешь сделать? Просто повтори эту простую молитву за мной. Отец Небесный, прихожу к Тебе такой, как есть. Ты знаешь всю мою жизнь. Ты знаешь, через что я прохожу. Я нуждаюсь в Тебе. Войди в мою жизнь. Прости мои грехи. Будь моим Господом и Спасителем. Я буду служить Тебе всю мою жизнь. Я посвящаю Тебе все дни жизни моей. Будь Господином моей жизни. Благодарю Тебя, Отец мой. Слава Тебе. Аминь. Если ты молился эту молитву вместе со мною, я знаю, что что-то особенное произошло в твоей жизни. Господь вошел в твою жизнь. Он теперь будет твоим помощником, Он будет вместе с тобою. Что тебе необходимо делать? Молись Господу каждый день. Открывай Библию, читай Библию каждый день. Живи для Бога. Ходи в церковь, смотри правильные передачи, программы. Молись вместе с нами, поклоняйся Господу. И я верю, что это духовная пища, которая будет тебя взращивать. И с каждым днем ты будешь становиться сильнее и сильнее. И жизнь Божья, благодать Божья, она будет все больше и больше входить в твою собственную жизнь. И с этого дня ты преображаться будешь в образ Божий. Бог да благословит тебя. Желаю тебе всего самого наилучшего. И пусть Божья жизнь, жизнь с избытком, придет в твою жизнь, твою семью, твой бизнес, все то, что есть у тебя. Я благословляю тебя. И хочу помолиться за тебя прямо сейчас. Отец Небесный, молю тебя за друга моего, который прямо сейчас смотрит эту передачу. Господь, ты знаешь его жизнь. Господь, я прямо сейчас благословляю его, призываю Твое благословение в его судьбу, в его жизнь, в его семью, в его работу, в его учебу. Все, что у него есть, Господь, пусть это будет благословенно Тобою. Будь рядом с ним, будь его помощником,
поведи его, благослови его, направи его всю жизнь, чтобы в своей жизни он ощущал тебя и жил в твоей милости, в твоем благословении вместе с тобой. Спасибо тебе, Господь, за это время, проведенное вместе. Тебе Бог вся слава, хвала, аминь. Слава нашему Богу! Я очень рад, что ты был все это время вместе с нами. Бог да благословит тебя обильно. Присоединяйся к нам каждую неделю. Мы вместе будем разбирать Писание и расти во славу Божью. Бог да благословит тебя. На протяжении нескольких лет мы, как Церковь Новое Начало, помогаем людям, которые находятся в нужде. Это дети-сироты, люди, которые лишены финансовой помощи в Украине и в России. Ты можешь быть частью этого всего и быть точно так же нашим партнером в этом. Поэтому я приглашаю тебя присоединиться к этому доброму делу. На нашем сайте ты можешь увидеть графу «Пожертвовать», где ты можешь точно так же внести свой вклад. Стань частью команды, которая помогает людям, которые действительно находятся в нужде.